И последняя новость выпуска. Полицейские и сотрудники природнадзора спасли истощенную медведицу. Недалеко от поселка Агириш Советского района грибник обнаружил клетку с косолапым. На место прибыли спецслужбы. Они выяснили, что медведица, которая сидела в плену, примерно 3,5-4 года, весит она около 200 килограммов. На момент осмотра животное лежало в клетке и было заметно истощено. Возможно, медведица находилась без воды и еды около 2 недель. Рядом стояла металлическая бочка, от которой исходил резкий неприятный запах. Предположительно, клетка предназначалась для поимки медведя, а в баке находилась приманка. При виде людей животное вставало на задние лапы, начинало рычать и проявлять агрессию. Специалисты напоили медведицу водой и дали еды. После клетку отвезли за 45 километров от поселка. Косолапого отпустили, сейчас полиция занимается поиском виновных.